И ты туда сразу двигаешь. Я зенитку туда отправлю. Один боевой верт. Машинку не забудь туда пригнать тоже. Блин, что-то у меня снабжения пехоты вообще нету. Как-то так, я вот думаю, вертолеты, зенитки и машинка, все. А, нет, надо еще, наверное, на самолеты с напалмом, да? Я взял самолет с напалмом. Так, пойду посру. Ну, кораблей я пока никаких не ставлю. Я три таких поставил противоракетных корабля. И одну поганку. Ты готов? Да. Я нажимаю. Kommandant, fahren wir los! Man sagt, ein guter Speer ist einer, den man nicht sieht. Man sagt, ein guter Speer ist einer, den man nicht sieht. Man sagt, ein guter Speer ist einer, den man nicht sieht. Besonderen Vorkommnisse. Sprechen Sie, over. Man sagt, ein guter Speer ist einer, den man nicht sieht. Waffen überprüft und einsatzbereit. Машинку загоняй в зону, прям в зону. Чтоб белая была. Но она там уже занята ими. Ну загоняй, чтоб белая зона была. Ты им очки даешь. Хорошо.
Хорошо, хорошо, хорошо. Вон Royal Marine у них там всякие. Роланда уводи. В туры уводи. Зачем тебе там в туры? Ты это... В туры тебе сейчас не нужны. Блин, где мои ПВОшные верты? Если что, это фугас у меня есть. Так, они везут тачку. Нет, Верт, сваливай! О, он на ходу не может стрелять. Блин, сбили мой Верт. Ай, чем, как обычно. Почему миланчиком на точку ранее рашишь? Есть же егеря и панцергренадзёра. Чего у тебя там одни единички делают? Затупил я! Писец! Так, он в главную зону это выгнал тачку. Чем ты им даешь плюс 10 очков? Знаю, я знаю, сейчас все исправлю. Блин, никуда не могу войска вызвать, что за... А-а-а, сволочуга, блин. Танки же не вызвать больше никуда. Чифтейны. К чифтейну не подходи, я сейчас напалмом в них кину. Блин, я... А, я случайно нащелкал себе кучу самолетов.
Гильмс, а у тебя что, вся пехота на вертах? Да, это ВДВшная армия. Ну тут плавающих БМП нету, немцев. Мардеры, по-моему, плавают. Ты бы туристов своих поближе подогнал кое-то. Сейчас, погоди, пехота пойдет. Бля, я думал, туристы это, знаешь, ну, нормальные войска, в смысле, где их дохуя пехоты. Оказалось, когда выбираешь, что... какие войска тебе взять, там видно количество. И там оказалось всего два человека. Там есть, вон, дикунс-группа, это те, о которых ты говоришь. У которых сильные, ну, они с каргустовыми, их дофига. Хорошо технику ложат. Блин, из-за того, что ни одна техника не плавает, сейчас еще что-то тяжко. Ты ПВО вынес там у него на зоне? Там еще остались. Одну вынес, но еще есть, по-моему. Короче, на подходе у них все вертолеты у них вынес. Хрена у них там зениток. Арта есть? Блин, арты у тебя уже нету, да? Нет, такой нет. Зенитки настолько высоко летят, что они мои самолеты просто не видят. Блин, у них опять куча вертов летит. Стираем, короче. Спокуха, все верты... Да чё все верты? Блин, у него 4 зоны захвачены было, у нас 3. У него даже это, морская зона захвачена. У меня, кстати, ни одного корабля для захвата зоны нет.
это хренище зениток. Как оно у вас? Как он? Что за сбор там в Бурме? На, подойди, спроси. Редбиров. А вы не редбируете? Но мы не пошли же. А, сообщение от редбиров. Все, все, туплю, спасибо. Чен, ягерами своими 8 штук выходи, чтобы они зенитки убили, пока те в этом, в панике. У него команда наверх летит. Блин, пехоту свою не веди, не веди, не веди! Останови! Пехоту напалм не веди, говорю! Так, у него вот здесь пехи под, на подходе. Вижу, вижу. Я напалм еще беру, сейчас кину туда. За гору уводи их. Он, короче, снизу с альфы сейчас самолета может вызывать. Блин, нам было больше зениток нет. Осторожно, я туда напалм вызываю на скопление вертов. Я
Вот есть вертолетик вызвать, ну, поставить туда, на точку? Ладно, очков нам хватает. Ладно, ему не дать завладеть. Пехота, осторожно! А, где верты? Так, самолет у него противорадарный. Но это все равно ему не поможет. Оба, 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 корабли мои. Топить пришел. Есть деньги у тебя? Ну, чё сделать? Корабли повызывать. Да, вызываем. Четыре Лафайета, ни хрена себе. Бомба есть? Бомбы. Самолеты вы быстренько вызывайте. Да, без разницы. Пока один. Ракеты косые! О, вообще писец. Я чё, никого из них не покоцал? Чё ты глюк? Так, минус один, отлично. Корабли не веди пока никуда, не надо. В зоне пусть тусуются. Самолетами сейчас будем долбить их. Так, я разведку подведу туда. Какой там у вас лимит по поинтам сейчас? Чё? Ну, до победы сколько надо уничтожить? Ой, дядя, микрофон надо подальше от рта. У нас полное уничтожение. Да, у нас полное. Так, у них Конго идет опять. Здрасте, здрасте, здрасте. Привет. Чё, вы играете, да? Я смотрю. Угу. 2 на 2 играют. Понятно, понятно. Скоро закончится? Я тоже хочется. Да хэза, наверное, скоро. Так, Фоба вон у них одна. Ну ясно, ладно, пойду пока к серверу. Ага. Кораблями они все равно нас не победят. Так, Еврофайтер. Я вот эти вертолетики, короче, послал на смерть. У них соляра скоро закончится, они мне не нужны будут. Угу. У меня проблема то, что вся пехота на бронетранспортерах, они море переплывают, и топливо заканчивается. Если я Еврофайтер сбил. Давай, концентрируем тогда пехоту, да? И в атаку. Ну, сейчас я пехотой посоздам. А, бля, да у меня уже и создавать-то особо нечего. У меня еще дофига пехоты есть. Блин, нам бы разведку на море посмотреть, что там у них. Куда? Куда вертолетик? Да я посылаю там, смотрю. Так, у них вот он командный верт. О, у них там этого нету, нифига себе. Есть бомбами самолет? Да. Вот сюда, на базе, видишь, верт у них лежит? Туда его отправь? Да, послал. Потому что твои вертолеты никто не атакует, значит, зениток нету там. Я full command
О, я бомбу захватил. Ну, отлично. Чего они противорадарные это посылают? Так, я поеду на отель, попробую взять. А, все, уничтожил. Машинку, да? Так, да. Теперь на отеле осталось уничтожить, и останется флот. Так, вижу их кораблики. Будем атаковать какой-нибудь? У тебя сколько самолетов доступно? Противокорабельных? Один. Еще пока не доступен. А, сейчас еще один создам. Давай, когда будет доступен, скажи, мы сразу массовую атаку сделаем. Не понял. А че, он реально один, что ли? Их должно было быть два. Давай подождем, пока они сами подойдут, чтобы я смог своими этими ракетами послать их. А где у тебя ракеты стоят? А, да там далеко, наверное. Ну, я сейчас их поближе подведу, попробую. А ты Фобу захватил, но тебя обратно захватили, да? Да. А че, сбили мой самолетик? Да. А ты его сбил, интересно. Смотри, подход к базе через зону Браво вполне свободный. Вон где, видишь, мои машинки стоят возле эхо. Можешь mm-hmm. туда подводить, там пехоту высаживать и захватывать. Он корабли двигает. Разведку свою выбирай. А этим противокорабельным пока запрети стрелять, чтобы поближе подошли. Когда посмотришь, что дальность достает, тогда скажешь, откроешь огонь, mm-hmm. и я пошлю свои эти. Атакую. Все, я посылаю тоже. На два верхних послал самолеты. Оба. Ооо, смотри, разорвался, пошли ракеты. Блин, промазали, твари. Все, эти у тебя разрядились, да? Да. Блин, ты корабли тоже послал, я не послал свои корабли. Корабли я так, просто... Так, еще один минусом. Ладно, удачи вам, пацаны, мне пора. Давай, спасибо. Давай. Эту на перезарядку отправил. Так, Лафайет надо атаковать. Я отправляю на Лафайет два своих ракетных. Корабли возле моих держи. Вот здесь останови, где они сейчас стоят. Попробую огнем их наполнить. Так, что-то дохнут наши корабли, да? Походу, да. Ну-ка, быстро все на соревнования. Нет, мы заняли. Бум, если корабля упал. Блин, там в этот режим ты человека играет. И я такой еще. Я думал, 9 соревнований. Я такой, его еще выиграю. Ну, блин, мне надо идти туда, такой. Да я, блин. Он какой-то пьяный там, что ли, сидит, Рацан. Какой-то злой вообще. Рацан? Ну. А он-то чё? Да, это...
То, что народа нету. В смысле, эти тоже проводят какие-то соревнования? Не соревнования, но игры на новом режиме. Захват. Там поймёт. Блин, Чен, я затупил, я перед этой атакой забыл вызвать корабли противоракетные. Лафайет уничтожен. Сейчас еще на один посылаю самолет. Кто там насвистывает? О, смотри, сколько самолетиков-то. Блин, ну у них они полыхают хотя бы. Уже. Давай, поганка, держись! О, еще один минус. Ты на зону пехоту отправлять собираешься? Да. Забыл про неё, да? Да. Давай в атаку! Не дать ему уйти. Самолеты есть? Нет, перезаряжается. Блин, попал по нему, но не хватило. Да заколебал. Блин, он два моих корабля убил. Одной ракетой. Ладно, отходим. Там Конго уже подоспел. Чуть-чуть не хватило добить два корабля. Так, Конго пополняется у них. Я Фобу захватил. Это я для себя отправлю туда на палм. Блять, опять поставил. Оба летит у них верт. Вижу. Отправил на него самолет. Угу. И пошел ссать. Удачи. Я здесь. Верт сбили, нет? Да, я сбил его. Точнее, мои зенички, так что самолет отдавай. Все, вернулся.
Так, он ртой стреляет. Корабли надо засейвить, что-то у нас. Мы их как-то подпросрали немножко. О, смотри, он посылает эти. Ладно, пусть посылает. Ага. Я на них направил самолеты, это свои сейви. Надеюсь, ракет хватит. Есть, хватило. Отлично. Блин, разведка ни хрена не видит в упор. А это расстояние, по-моему, большие на карте. О, видите. Верты на подходе. Бам. И нет вертов. Вот тебе цель. Я сейчас на пехоту послал два этих. Я пехоту увожу с гольфа. Ты давай веди на зону на его пехоту. Да-да, повел. Самолет летит. Ах ты ж сволочь. На город скидывает. Нет, это напалм по-любому. А не напалм. Да ладно. Так, я противокорабельные посылаю на его корабль. У тебя противокорабельные есть в запасе? Да, два штуки. На Хацуки отправь оба. Бля. Чё? Отправил, но просто боюсь на сосуд. Да не, они не должны в зону. А чё, вы играете? Да. Ой, да, что-то там опасное, я тебе скажу. Мы ушли. Давай я отменю. Тань, ты стримишь? Да. Да ладно, надо было не отменять, а нападать. Все, уже отменил. Ой, у него тут, вот тут вот Лафайет, у него не это. Никакие. Зачем ты два разведчика? Сейчас, короче, перезаправиться, и надо на Лафайет его полууничтоженные. Понятно. Брежек. Привет. Я, короче, включил фарм элит, ну, видос, как фармить быстро, и уснул. Нормально. Видимо, там клёво такой фарм показывает. Очень быстрый. Очень. Это, Чен, у тебя вертолеты, если что, с пулеметами, пусть пехоту отстреливают. Это не идет. Здесь ПВОХ у него.
Вот здесь пехота прорывается. Оба, оба, оба. Вот здесь вот у него верт. Бомба есть? Заряжается. А, попробую боевым обычным подстрелить. Я тоже послал боевой. Там торнадо еще летает, сейчас торнадо еще собьем. Че зенички тупят? Они стреляли что-то и вообще не... только. Да не, там... мои зенички тупят, стоят вдвоем, над ними самолет летает, они тупят. Да у меня там вообще зенитчиков толпа, но они тоже, блядь, тупят. А, они во время хода не могут стрелять. Ой-ой-ой, у него тут что-то много пехоты. 60 человек. Вертолеты, вертолеты на эту пехоту можешь послать? Может, вертолеты покосят их? Самолет свой отзывай. Блин! Сначала делаю, а потом думаю. Короче, этот верт уничтожили на зоне. Как ты хорошо его эти убил. Или это он сам убил? Нет, это ты. Я.
лишь бы Верта сейчас не сдохли. Сейчас я Верту подзаправлю. Я тоже заправляю и перегоняю. Пачки. Кто это у нас тут? Ты о ком? Это самолетики летают, я вам смотрю. Да удачно летает, только один сбил, да? Ну, остальные контужены улетели. Не, вот летают они удачно, да, хорошо прилетели. Один корабль меня чуть не вынес. И артой сразу по ним. И артой, ну что ты будешь делать? Давайте, блин, на МС-13 было вот это, конечно, жопа. Надо было, да, надо было взять, как у тебя, чтобы на вертах была пехота. Или ВДВшных вообще взять, чтобы на вертах. Разведка нужна. У тебя есть командный корабль какой-нибудь? Ну, один, который вот он плывет. Нацуки, Хацуки. А можешь его на Индии поставить? Там самолеты у нас тогда будут появляться. Ставлю. Оба-оба-оба, ракетки идут. Ой, он в атаку идет. Нет, капитан убит. Давайте! Хорош, вертолетами, ну. Рано, наверное, к зоне подошел. Ни хрена вертолеты выносятся. Меня не подождал. Нет! Мои моряки сейчас сдохнут. То можно теперь с другой стороны подойти вертолетами. Ну вот я уже послал с другой. Плывите, глупцы. Самолеты пошли. Все, что есть, послал. Блять, лишь бы разведданные не пропали. Как корабль живет, могу его это. В атаку пошли корабли. Так, минус. Это Конга ты убил, да? Нет, ой, еще один. Лафайет. Два Лафайета минусом. Давай! Один противокорабельный один всего жив остался. А, Конга еще жив. Но они без БК должны быть. Ну, Альфа Джет, наверное, даже не долетит. Он напалмовый. Да, он не долетит, я уже пробовал. Блин, о, смотри, мой корабль сейчас сдохнет. Смотри, в Хацуку, Хацуку! Хацуку поджог. Блин, от меня F-14 сваливает, я его догнать не могу. Блин, ладно. Ладно, ладно.
Смотри, у них два корабля. О, ни хрена ты там залп делаешь. Так, этот забью на него. Харьер вылетел самолет. Корабли сейчас все твои типа повносят вертолеты. Я уже так пробовал. Ну, в смысле, я уже знаю. Улетаю. О, у меня же тут есть элитная пехота на вертолетах. Сейчас мы ей. Пизда его артиллерии. Конга, а, вот Хацуки и Конга пока есть. Надо их вынести. Угу. Давай, пока ты там рашишь, надежда на тебя. А все, они, по-моему, пустые у меня. Ладно, уводи, уводи, на перезарядку, не это, не расходуй их. И все, контуженные. Это не пизда. У него там сплошная артиллерия, что ли? Да, у него сплошная артиллерия. Ну я там много артиллерии положил. Получается, командные у него два корабля должны быть только. Жаль, у тебя эти машинки плавать не могут. Угу. Которые это, ну ты понял, противокорабельные. Угу. На наш остров их пригнали бы. Да, тогда пизда, да. Ну они, знаешь, сослужили службу, они там два корабля вальнули по 200 очков больших. Ага, лафаеты. А если бы еще бы пошли, то еще бы парочку забрали. Так, сейчас надо аккуратненько как-нибудь повыносить. Направляй самолеты на... На любой из этих кораблей, то есть, ну, типа, Типа, зацеливай, короче, один корабль. Уже так постепенно поубивать получится. А я сейчас попробую пехоту пригнать на его остров. Сейчас из зенитчиков вот пехоту свою подведу в лес, чтобы они самолеты, которые... По домам, по домам порассаживай, вон город там из кучи отсеков. По этим домам пусть рассаживаются. Он спалил твоего разведчика. Странно, он в лес долбит. Стой. Угу. Короче, сейчас буду пытаться по два отделения высаживать на остров, чтобы он сразу одним махом всех не убил. Посмотрим. Могу подвести. Что подвести? Ну у тебя кораблей нет больше, да? У тебя вот один остался, или нет? У меня кораблей, да, все. У меня тоже уже нету. Хацуку еще одного вызову сейчас. Ёпта. Чаем пизда. У меня, если что, три этих снабженческих корабля. Они... Я могу их тебе полностью отдать. А как их отдал? А, никак нет. Ну, короче, если что, они в твоем распоряжении. Нет! Угу, спалил. Блин, надо бы, да, ближе к городу быть. Самолетик, побыстрей! Блин. Сейчас всю мою пехоту порешает. Зря я вызвал сразу всю. Да, я от его самолетов бы поизбавляться как-нибудь.
Так, а ты самолеты? Вот. М113 до берега не добрались. Буквально несколько метров, топливо кончилось. Так, опять самолет у них в пути. Ну, ну, зенитчики. Милые, родненькие. Отлично. О, у тебя тигр. Так, он палит, короче, нас, он, у него газелька вон в воздухе. Тигра своего подведи к газельке, пусть она его убьет. Спалил, отваливает. А чё он артой его? Он хочет артой, что ли, позбивать так? Ну, зенички, давайте. Косорылые. Ладно, уводи верт к базе. Увожу. Будем. Я Роланд подвожу туда. Так, куда он, по фобе, что ли, стреляет? Нет, по моим вертам! Молодец, молодец. Так, газелька у него, вон еще одна висит. Хацуки свой можешь поближе подвести к ней. Сейчас, погоди. Нахуя я сейчас? Самолеты послал на газельку. Противокорабельные на него не будешь посылать? Случаем. Ну прям сейчас нет. Попозже хочешь, когда начнется все? Когда атака, когда начнется. Блин, еще одна газелька, надо газельку эту убить. Твои верты мочит. Не? Точно. Ой, я кого-то выгрузил. Я пошутил. Твои зенички ничего не видят через лес. Оба, самолетик он. Самолет убирай свой, а то сейчас под замес попадут. Еще одна газелька у него там. Угу.
Чё, готовы мы нападать, нет? Пока нет. Надо, чтобы ты газельки убрал, и я попробую переправить войска на его сторону. Сейчас мне заправить надо. Тут опять заглохнут. Сон увидит, что мы эти плывут там 113, и сразу корабли подведет, и это сдохнут у меня все. Ну, я не смогу газельки убрать, а тогда все самолеты проебу. Так, как бы тогда сделать? Ладно, у меня 3 тигра есть, я 3 тиграми попробую. Так, самолеты их поубирал потихоньку. Он артой куда-то в твою сторону стреляет, по Хацуке. По кораблю, да. Веди его. У тебя тигры... Что-то... Погоди, они прям возле газелек, но не стреляют в вас. Да у них снаряды закончились, они самолет там сбили, еще что-то. У всех, ну, отводи их к базе, к Фобе. Он Фоба убил, что ли? А, на месте. Одну. Опять самолеты. Куча самолетов. Угу, прям дохуя. О, Роланд, давай. Еще одна газелька. Сейчас я разведку высажу у него в тулу. Попробую. Бьет по твоей пехоте. Да, там. Пехота-то. Но они тем более не рядом. Тигр свой перезаряжай. Перезаряжаю. Пока не веди, пока не веди никого. Погоди, я первый. Ой, у него тут ракетная. Ага, вот здесь вот у него куча народу. Я видел. Еще одна газелька летит. Так, а у тебя не бомб, ну у тебя самолета тоже нету, да, уже? Ну, самолетов, знаешь, сколько? 6 штук осталось. Бомбовых нету? А, не, ну еще есть. Еще делаю. Эти какого? Напалмовые. О, напалмовые сюда. Не, пока рано. Пока рано, пока. Да, когда полностью вот так начнется, смотри, сейчас я зенитчиков вот сюда подвожу. Когда он снова самолеты полетит, короче, зенитчики встретят. Оба, он моих зенитчиков увидел. У них беспокойство началось. Рядом арта бьет. У них беспокойство. Блин, ну мои долго плыть будут, наверное.
кому там плохо? По базе нашей бьют. Фобу хотят вынести. Угу. А еще меня... Он корабли разворачивает. Птурщиков дохуя. Блин, ну птурщики это... На вертолетах? Да. Короче, давай, я попробую вот здесь вот плацдарм создать. Если получится, тогда ты уже туда высадишь. Всех. Угу. Блин, корабли нас могут повыносить тоже, конечно, с берега. Но он этой ртой выкачивает себе всю эту... Так, не понял, гольф. Он гольф захватил. Да это все хуйня. Ну да, толку-то нету. Но там есть машинка, точнее вертолетик, который захватывает. Привет. Здорово. Здорово. О, у тебя вон зенитные вертолетики есть. Пошли их туда. Вообще туда тигр пошли. Сейчас я спецназ тут высажу. Да вон он, один вертолет его просто уничтожить. Че у вас по сваливает, сваливает. Че говоришь? У вас продолжение банкета? Ага. Да. Давай на хьюиках его там мочи. Надо этот верт уничтожить. Витя угорает. У тебя разведка подлетает к его зоне, там опасно. Ну я подсветить. Так, моим вроде топлива хватает. Все, мои в Нормандию идут, короче. Угу. Двадцать восемь турщиков. Неплохо, неплохо. У него тут тоже птуры есть. Торнадо, приказано вернуться. Погоди, не провоцируй его. А? Время ускорить нельзя. Не провоцируй его пока. Да я так только посмотреть. Ну, Хацуки я пока останови. Так, ПВОшники. У него ПВОшники вот в этом лесу. Хотят твои верты сбить. Так, он артой по твоему Хацуки бьет, походу. Чё, он так далеко светится, да? Ну, корабль корабля далеко видит. Элита?
Они кого-то убили? Твой это, твою разведку убили. Угу. Так, у меня... О, скорпион плавает! Нифига себе, смотри! Не вижу. Птурщики, пару птурщиков можно сюда. А, я эту свою десантуру посажу. А, хотя птурщики у меня тоже есть. Если не дойдут, конечно. Ну, чё так долго? Блин, топливо сейчас кончится. Да, кончай. Заметили? Заметили? Топлива не хватает. Пиздец. Сейчас понадобятся твои самолеты. Макс. Чё? Друг, привет. А, привет. Господи. Так долго все с этими морями. Нифига у него там техники. Ты видишь? Угу. Челленджер еще пригоняет туда. Подводи корабль ближе. А, сучонок, он увидел мои эти, мою пехоту. Сейчас птурщиков высажу. Убьют этот скорпион лайт-танк. А, я там высадил, встретят. Мне спецназ. Ну, надеюсь, встретят. Давайте! Томка ты. Блин. Нихрена! От взрыва одного этого снабжения половина моей пехоты сдохла. Половина десантуры. А ты самолеты послал, да? На уничтожение? Или Хацуги? Кого? Ну вон, корабли его отстреливаются. Он отводит. Это Хацуги. Так, а лайт-танк встретили мы или нет? Я чуть не понял. Да, он, наверное, мертв уже. Так бы светился. Погоди, погоди, рано еще свои вертолеты ты ведешь. Да уже, кажется. Да они сейчас на посадке сдохнут все, наверное. Ну ладно, тогда уже веди. Самолеты, самолеты веди, он корабли послал. Турщика, вглубь води, вглубь острова. А, ты уже высадил их. Так, я пехоту свою беру, сейчас тоже высажу в глубинке. Блин, турщики у тебя все ракеты потратят сейчас, наверное.
Хасуки, убивай! Так, он убрал Конга. То есть у него ни одного корабля в зоне нету, значит, еще что-то у него есть. Вертами противотанковыми корабли лучше мочил бы. Что там у тебя с самолетами? Перезаряжать теперь. Шопа какая-то. Ага. Я уже вообще ничего не могу сообразить. Что делать, что не делать. Блин, пехота тупит. Здание не хочет. Так, ты, по-моему, мою пехоту... А, не, или это он артой. Блин, самолеты вызывай противокорабельные. Он еще заряжается. У меня вся пехота почти сдохла. Не, ну, технически, как бы, мы победили. Но это будет до конца, ну, как бы... Получается, что вот остался британский берег, британское побережье. Да, техническая победа. Ну, как техническое, ну, продолжение, ну, просто. По очкам, как бы, ну, мы тоже побеждаем. Бам, минус Хацуки. Наконец-то. Да выгружай ты, придурок. Выгружай, придурок. С вертолетами, короче, жутко затупило. У них как ракета закончилась, надо было их обратно. Ага. А они стоят, тупят. Я как бы привык, что у вертолетов еще, знаешь, хотя пулемет есть что-нибудь такое. А у них вообще нихуя нет. Так, Конга надо добить у него. Блин, тут добить-то не получится. Да я напал новую. Посылаю на него.
Блин. Прикольно, самолет увидел другой самолет, в него стрелял, а задание у него было в это стрелять в Конго. Ну, в Конго он противоракет, ну, разные ракеты он тратил на них. Да-да-да, не, прикольно. Ну да. О, у меня остался еще не Хацуки, я его поближе подведу. Давай, надо Конго добить и спеть. Он у них восстановился. Нет, он просто не сильно поврежден был. Ну, у меня, по-моему, нет ничего. У меня тоже мало что осталось. Там осталось Конго и один вертолетик его. И все, по-моему. Ой, нашли мы это. 13. Из того, что у меня есть, у меня ничего не платит. Ну, Конго потихоньку мочи самолетами. Угу. О, смотри, он вверх тащит. Опять. Значит, у него еще один есть. У тебя есть самолеты? А, все, да перехватили. Все. Это, пехоту свою там распредели по зоне, чтобы он через этот берег особо не летал. Чё, может, ему предложим как бы закончить? Только Конго убью. Ну, Конго ты долго убивать будешь в любом случае. А ща Хацуки начнет. И самолетик прилетит еще. У тебя не осталось, да, самолетик? Вообще ничего нету. Нет, сука, Конго уходит. Ну, технически можно считать, мы штурманули. И теперь будем высаживать. Следующая карта, значит, тоже будет морская, но другая. Ну, то есть с кораблями, но другая. Уже с полноценной землей. Блин, как-нибудь бы разведать у них там. Артой стреляет по твоим этим. А, ну тебя там уже нету. Че, у него две арты осталось? Самолет вызвал. А ты можешь вызвать самолет и пусть он обогнет просто, чтобы в зону не попадать. И это. Хацуки, не подводи к берегу. Ты чё? Он сейчас сдохнет там. А, ты хочешь целенаправленно убить? Ну ладно. Угу. Просто он турщиков сейчас может позвать. Конго разворачивает. А, ты так и сделал, кстати. Блин, из 4 ракет одна только попала. В Конго? Да. И самолет он тоже сбил. Пол жизни забрало. Нет, мы самолет. Не пол жизни, а у него было где-то 2/3. Короче, забрал у него процентов сколько, наверное? 20.
Еще один самолет есть у тебя? Нет, заряжается. Ну, вообще, я имею в виду. Ну да, заряжается, как зарядится. О, смотри, из эти полетели ракеты в Конго. Блять. Да они мимо летят все. Толку нет от его одного. Че, пойдем к ним? А у меня нечем. Нет, закончить, говорю это. А, ну сходи мои к ней. И че, кто проиграл? Ну, но... вообще, как бы мы выиграли. Тут как, че, как ни крути. Да, мы чисто их берег освобождаем, и, ну, получается, следующая игра должна быть уже, типа, высадка. Типа, высадились вот-вот. Ну и следующая игра, получается, решающая должна быть уже. Я сказал, что они дебилы, они не хотят сдаваться. Окей. Я оставлю на ночь компьютер. Угу. Я, наверное, тоже оставлю. Они еще не сдаются, да? Они... Зайди на нашу базу сначала! Ну-ка, кикнуть их можно? Зайди на базу. Как их кикнуть? Да хуй знает. Я админ, я хочу кикнуть их. Пошел покурю пока, раз такая хуйня. Он ведет. А, блин. Че, он ушел?
Чин! Как обычно, блин, ушел курить. Сань, ты здесь, да? Да, вон, видишь, что он нападает, типа, по морю. Те там все сдохли. Птурщиков, смотри, видишь, где его корабль возле нашей зоны? Там у тебя птурщики в лесу. Подведи их, чтобы они его, это, убили. Блин, нафиг тебе так много зенитчиков везде? Ты же сказал, что ты птурщиков притащишь. А птурщики, они вон, это, соснули там, на этом. Где? На высадке соснули птурщики. На вертолеты с птурами были. Ну, в смысле, этот... Давай быстренько корабль. О, ракеты пошли все. Бам, все, нет корабля. Угу. Мои птурщики осы, блин. Блин. Ртой бивает. Ну, чё ты там, твой самолет крутится-то просто так, без дела. Но нашу зону тоже не захватят. Ну, это само собой. Не, технически я говорю, мы уже, можно сказать, высадились. Угу.
У меня еще туров, ну, которые не плавают дохуя, я их сейчас поставлю, нахуй, так же они хуй захватят зону. Да нет, зону они не захватят. У меня еще там танков хреново гора. Они у тебя не плавают? Нет, нормальные танки. Вот у него и обосрались все скорпионы. Что ты сделал? Пехоту в домах посадил. Мои высадились, и прям в них снаряд прилетел, прям ровно в них. У тебя самолет живой есть, противокорабельный? Да. Вот этого добей. А я сейчас этот, он уже заряжает турчика. Без самолета добей. Они, наверное, от первого напалма сгорели, блин, от остальных уже прям даже металл расплавился. Что наверняка. Да, турщики у тебя не самые точные. Угу. Как они до этого попадали, не понимаю. А ты думаешь, попадали до этого? Ей, попали одной ракетой. Короче, на наш остров они тоже высадиться не смогли. О, газелька летает. У тебя есть самолет? Угу, а где летает, я не вижу. А на нашей базе на Чарли. Все, сейчас долетало, считай. Блин, эти уроды плывут не туда, куда надо. О, Харьер. Фобух хочет вынести. Машинку хочет вынести. Козлина. Он, кстати, Альфу захватил. Он корабль туда пригнал, наверное. Либо Верт. Харри летает, их четверку свою это. Эх. Сука. Взял, просрал, блин. И верт не сбил. И машинку сбил. Дал уничтожить. Самолет сбил и верт сбил. Разве самолет ты сбил? Да. Смотри, у него танк еще есть. Угу. Сейчас добью, опять 4 самолета летят. Конго, на Конго послал, короче, этот, противокорабельный. Он не пройдет там, ты его откуда-нибудь снизу посылай. Опять 4 самолета, но скорпиончик один. Да? Что наверняка. А чё, все равно они бесплатно снабжаются. Вот, нашел я их. Вон на зоне, видишь, самолетик? Вызывай свой.
ПВОшный. А у меня нет ПВОшного ничего. А, сбили уже? Да. Вертолетик есть какой-нибудь? А ща, погоди, самолеты мои отхилятся, и я туда напалмом его сожгу. В какую-то чушню превращается все это. У него еще один верт летит. Все, сейчас напалмом сожгу. Знал, что по зенитчикам сейчас сорты будут работать. Все, сжег? Ну, мне не сказала, что он сожжен. По-моему, он просто его отвел. Вряд ли, моя разведка не видит его. Я зенитчиков на Браво послал. Вот так хорошо начинались бои, да? И сейчас затягивается из-за того, что эти. Да чуваки... затягивается просто по беспонтовой, мы уже 1:47 играем. Я вижу время. Мне похуй, давай играть, ну блять, этот дебилизм. Давай, веди его на зенитчик. Ага, я так и делаю. Ну чё, чё мы будем делать-то? Чё, сдавайтесь, вы так проиграли. Схерали, проиграли, у нас-то две точки, у вас одна захвачена. Да схерали у вас две точки. Сейчас у нас две точки. Да ладно. Сейчас захватим, подожди. У нас сейчас есть, открой. Мы ещё можем захватить. А чё толку, ребят, ну блять? А чё толку, да, ни вы, ни мы не сможем в атаку уже пойти, да. На острове закрыто. Но мы вас выгнали на ваш остров, значит, технически мы высаживаемся в Британии, значит, следующая карта уже. Нет, технически вы захлебнулись, вы не смогли высадить. Вы тут подхлебнулись, я смотрю. По полному уничтожению мы с Аней тогда играли в ту катку, и все. Ну играйте, окей, я пойду спать, играйте до полного уничтожения. Все понятно, короче. У нас полное преимущество на карте, у вас только одна зона, и вы сюда выйти не можете. Почему у вас преимущество? У вас одна зона захвачена, у нас две. Да дело не захвачено. Причем здесь захвачено? А что именно? У нас войска по всей карте, у вас войска только на одном вашем острове. Где? Наверху у вас войска. Максимум. Короче, вы как девки слились уже. Вы как мужики играть не можете? Ой, где у вас? У вас одна зона. Не, просто вы. Я вам сказал, технически мы вас выгнали на ваш остров, значит высадка в Британии. Следующая карта. Если вы сливаетесь, то окей, мы без вас будем играть. Да нет. Тут как бы и так все ясно. Вы со своей зоны выйти не можете. Получается, а почему вы выиграли-то? Потом-то будет другая карта.
ну, в смысле, тоже с водой, но, по сути, другая уже, где больше суши. И это будет похоже уже на высадку именно действительно на острове Британии. И, по сути, по очкам, по урону. По очкам, по урону, что там? А, ну то вот, давай. Сейчас сразу...